Я вас приветствую, дорогие друзья. Жду вас в прямом эфире. Подключайтесь. Делайте перепосты. Несколько дней с вами не говорили. Я думаю, есть о чем поговорить. У вас наверняка есть вопросы, интересующие вас. Звук есть, видео есть, пишет. Окей. Так. Салут Латуат Луме. Бетка тот мамут Луме с Кунихтиаза. Полетишься в ФОС принтере. Принтер премий. Вижу приветы с разных стран. Кроме Молдовы я вижу приветы с Израиля, Германии, Москвы. Так. Вижу комментарии про рубашку. Рубашка праздничная. Значит, у меня тут на рубашке. Значит, вот чтобы вы понимали, здесь вверху. Это вот капельки разные плохиши, значит, кавкалюки, тоже капельки, но так пониже туда, ближе к штанам, то есть это надо стать стоя, чтобы вы их все увидели. Но спасибо за комплимент. Так, звук сейчас максимально только поставлю. Максимально стоит. Что-то не держится iPad. Так, вроде ничего. Азлупов, Ослан, Джерейши, Путел, Сын, Тритоц. Ну, Путел, Сын, Тритоц, Лхуй, Даяск. Что слышно сейчас? Так, Буйкань, тишина. Москва. Что-то не держится. Так. Привет с Франции, привет, ребят. Так, плохо слышно. Не знаю, часть пишет, что слышно хорошо. Значит, чего вместо или не отвечаешь? Максим Абрамович. Максим, я признателен, когда многие из вас пишут, многие хорошие вещи советуют. Но когда получаю сообщение с текстом, типа, там, что не здороваешься? Или там расскажи, где там нужно отвечать в письменном виде. Сейчас, ребят, я не могу отвечать в письменном виде на большое количество вопросов. Вы должны это просто понимать и понять. Так, Салутер Динчехия, Карла Вавары, Парку Катедрали, Куринат Усаты, вот Ильян Каша пишет. Ну что, хотел обсудить то, что было. Главные новости за последние дни и то, что нас ждет в ближайшие. Значит, вы видите очередную медиакомпанию холдинга Плохотнюка. И не только холдинга Плохотнюка, потому что холдинг Плохотнюка в принципе отвечает за организацию медийные работы, пропаганды там и всего того бреда, который вы видите на телеканалах. Ну, тут я бы сказал, вся группировка Плохотнюка вместе с его прокуроришками, полицейскими. Значит, опять они вернулись, как и в 2014 году, к истории Горбунцова. Ну, понятная ситуация. Значит,
все знают про десятки уголовных дел, но эти дела абсолютно мертвые. Значит, тут они решили, значит, показать масштабное расследование. Значит, Ковкалюк в Лондоне фотографируется перед там, или на территории молдавского посольства вместе с Горбунцовым, работниками Скотланд-Ярда и так далее. Хотел сказать Ковкалюку, что это, конечно, все прикольно, но Ковкалюк, будучи таким главным рыжим апельсином молдавской милиции, Лондон, знаете, город такой пасмурный, чаще всего дожди, туман, значит, чаще холодно, чем жарко. И наш рыжий апельсин решил блеснуть. Лично поехал в Лондон, возглавил группу с прокурорами, с Горбунцовым. Ну, ничего не имею против работников Скотланд-Ярда на данный момент, потому что, ну, приехал лично замначальника полиции Молдовы, надурил их, как это Ковкалюк умеет, значит, потому что сегодня Горбунцов из врагов Плохотнюка, значит, он уже стал его другом. Вы видели этот, ну, просто тошнит от этого интервью с писклявым голосом Балакчи с Горбунцовым, где с одной стороны сидит этот Дон Горбунцов, с другой стороны сидит такая маленькая гиена и в скайпе: господин Горбунцов, правда, что вы не нарушали закон? Господин Горбунцов, правда, что у вас были проблемы с русской мафией? Господин Горбунцов, правда, что странно там произошло с акциями банка? Господин Горбунцов, правда, что усатый был владельцем MAP Limited офшора, который купил акции Универсал банка и так далее? Значит, вот, не, я сам уехал из страны, закон не нарушал. Ой, русская мафия в Москве за ним бедным гонялась. И вот он оказался в Молдавии. Значит, Горбунцов, давайте по порядку. Горбунцов оказался в Молдавии, потому что тот криминальный бизнес, которым он занимался в России, значит, он уже не мог им заниматься. Получив в Молдавии крышу Воронина, Плохотнюка, который тогда у нас был влиятельный коммерсант, Горбунцов ходил при Воронине с охраной машины СП, его охраняли, да, Сервичу Паза. То есть неплохо, да, для мошенника, с имя которого известно всем спецслужбам мира. Значит, тут он из черного банкира, мошенника. Забейте просто для себя: Горбунцов Прайм МД, Горбунцов Публика, как они его ругали, когда они с ним поругались, перестали сотрудничать, когда были у них скандалы и так далее с Плохотнюком. Это был черный банкир, рейдер, партнер Френкеля, который сидит за организацию убийства Андрея Козлова, Центробанка. Значит, и сейчас он, видите ли, опять стал господином Горбунцовым. Знаете, такое складывается впечатление, что за то, что Горбунцов там на меня наговорит, Плохотнюк пообещал ему должность председателя Нацбанка. По-другому это понять невозможно. У нас Горбунцов хвалит прокуратуру, руководство страны, что борется с коррумпированными судьями, прокурорами и так далее. Ребят, что за дешевый вонючий цирк? Значит, я понимаю, что Плохотнюк сегодня думает, спит и видит, как уничтожить меня любыми доступными способами, но взять себе бандита, мошенника в партнеры, значит, ну, Плохотнюк, ладно. У меня вопрос к Ковкалюку и тем, кто его сопровождали в Лондоне. Я видел фотографию, значит, на фоне, значит, молдавского посольства, фотографию с Горбунцовым, значит, где, в моем понимании,
Ковкалюк и Горбунцов, в принципе, два преступника, понимаете? Только один преступник в погонах, а другой свинья, который грабил людей на территории России, Молдавии и так далее. Что-то я не понял. Поехали к нему его допрашивать в рамках там комиссии ругатории. Вынуждены были соблюдать закон, я так понимаю. Выехав туда допрашивать. У меня вопрос к Ковкалюку и тем, кто рядом с ним был. Вы хоть понимаете, с кем вы разговаривали? Товарищи представители силовых структур Республики Молдова. Вы говорили не просто с мошенником Горбунцовым. Вы говорили с человеком, которого вы же в 2011 году, по-моему, первый раз или 10-м, подали в Интерпол. Сегодня Горбунцов, вот эта овечка, которая сидела, овечка большая, Горбунцов и маленькая гиеночка, это Балаче, значит, они... Вы что творите? Значит, почему Ковкалюк с прокурорами не потребовали ареста Горбунцова? Ребята, он в Интерполе, значит, у него, он находится в красном угле, то есть это обозначает, что в любой момент, в любой стране мира его нужно арестовать, не допросить, не взять под контроль, а арестовать. То есть они поехали брать показания у того, который находится в международном розыске. Поданным в Молдавии. Значит, ну, просто идиоты, понимаете? Особенно, когда увидел молдавское посольство, получается, территория нашего государства, где должны были нацепить наручники, ну и разбираться. Балачев, он говорит, нет у него уголовных дел. Мошенничество, шантаж, хищение, организация убийства. Значит, сейчас нету. Как, может быть, их Плохотнюк закрыл? Но в Интерполе он точно есть по сегодняшний день. Я знаю, о чем я говорю. Значит, параллельно мы видим это шоу, что усатый за 600 тысяч долларов хотел купить показания Проки для того, чтобы очиститься. Прикольно. Хочу так сказать полицейским. Они сейчас затаили дыхание, особенно там некоторые прокуроры и плохиши. Я хочу сказать, что в этой всей ситуации на самом деле фигурировали крупные суммы денег. Но что это было и как? Ну, значит, заявили же сегодня Ковкалюк там, что задержанный Паламарчук начал сотрудничать со следствием. И завтра прокуроры выйдут с пресс-конференции на тему, как это было, как они разговаривали с Прокой по телефону, обсуждали план с усатыми и так далее. Ребят, давайте поступим так. Я не хотел выходить и сегодня, но из-за того, что очень многие пишут, Плохотнюк бомбит с утра до вечера этими новостями на всех своих телеканалах, я хочу объяснить некоторые вещи. Поверьте, я все знаю, я все видел, и в некоторых вещах для прокурора, подчеркиваю, участвовал. Как? Зачем? Мы это обсудим после того, как Плохиши и его подконтрольный ему негодяй силовых завершат, завтра выйдут с пресс-конференции. Слышал, сегодня читал, что в ближайшие дни усатый будет подан в розыск. Я так понимаю, молдавский, международный. Значит, хочу пожелать всем успеха в вашем нелегком деле, уважаемые плохиши. Но хочу сказать, что вы все ответите по закону. Если вы предприняли какие-то незаконные действия в рамках этого расследования. И те, кто сегодня сидят, кайфуют и плохишо кое-что подлизывают, показывая свою необходимость, это такие, как Ковкалюк, да, который остался с одним условием заместителем начальника полиции, потому что его ненавидят большинство прокуроров, его ненавидят министр Жиздан, Александр Панзарь, начальник полиции. Но его держат, потому что он занимается усатым. Вы знаете, очень интересно, если вы посмотрите, как раскидали всех полицейских, которые работали в миссии с печали, занимались только мной и нашей партией, в том числе, когда нас снимали выборы, при помощи этого же подонка Горбунцова. Значит, они сегодня все вернулись. Как они работали? Петрусенко работал в экономической полиции. Значит, кто-то остался.
Кого-то перед сегодня все те, которые работали против нас, сегодня их всех вернули. Потому что это уже подготовленные кадры для того, чтобы проводить всякие махинации против меня. Значит, но хочу еще раз сказать, что, ребят, вы ответите за весь тот беспредел, что вы творите. Я очень рад и хочу увидеть показания задержанных. Говорю правильно, задержанных, потому что сайт Диски ДНД вчера распространил интермедиар усатый, преценут. Почему не показываете про второго? Значит, я честно вам скажу, когда задержали Маларчука, значит, с которым я встречался в Москве, значит, как, зачем, еще раз говорю, давайте послушаем завтра прокуроров, потом разберемся с остальным. Значит, так, где-то не здесь. Хочу показать, чтобы было понятно, что когда они задержали Маларчука, значит, так, сейчас. Так. Когда они задержали Маларчука, полицейские, значит, я им... Так, это когда у нас было? Пятница. Да, пятницу задержали. В субботу я пишу. Значит, вот чтобы было понятно. Так. Так, мне что-то отсвечивает не. Не отображает, но... А, вот так это. Ну, в общем, я пишу на WhatsApp Маларчука, когда он уже был задержан. Я уже пишу: Макрон полиция распондила телефон. Алло, милиция, почему разговариваете только с задержанным? Могли бы и мне позвонить. Понимаете? Но еще раз говорю, это отдельная история. Давайте подождем мандат на арест на меня. Завтра посмотрим, что скажут эти. Разберем все то, что наговорил Горбунцов. На этот раз, поверьте, Горбунцов будет платить и плакать. И речь идет о исках. Я тогда не довел до конца. Нас снимают с выборов, 2014 год, люди сидят в тюрьме. Сейчас я доведу до конца. Разберусь с судебным иском. Значит, Горбунцов, поверьте, заплатит десятки миллионов фунтов за ту наглую, грязную ложь, которую в очередной раз он себе позволяет в разгар предвыборной кампании, мой адрес, будет платить и плакать. В Англии, по крайней мере, речь идет о судах, дорого, но в конце все расходы будет нести та сторона, которая проиграла. Вот, поэтому я серьезно подготовлюсь, я думаю, подготовятся многие другие, которых он оболгал до сих пор и позволял себе очень много в их адрес. И эти деньги, которые мы выиграем в судах, мы найдем, как их использовать в любимых Бельцах и в других городах Республики Молдова. Значит, по поводу поездки в Великобританию, Ковкалюков, Плохишей и так далее, значит, рекомендую вам, есть же там депутаты в парламенте Республики Молдова, не Плохотнюковский, нужно написать запрос на имя генпрокурора, как руководство силовых структур, представители полиции, прокуратуры не задержали разыскиваемого молдавскими властями и Интерполом гражданина Республики Молдова на территории молдавского посольства. Вот. Значит, предлагаю публике ТВ эксклюзив. Но они как-то делятся. Значит, я слышал, что задержан еще один человек в рамках попытки подкупа ПРОКИ. Значит, речь идет о Сергее Чубану, этот хоккейный клуб «Платина». Значит, показывайте уже все.
Чего вы показываете выборочно? За то, что пережили мои родители за эти дни, и за этой грязной ложи плохотнюка ты плохишь, точно ответишь. И плохотнюк, он всегда, знаете, держался борзом за счет тех сосок, которые у него есть по кругу в окружении, и которые, посасывая у него, как бы давали ему силы. Но сейчас, поверьте мне, что эти силы, это же окружение у него в другую сторону отсосет на этот раз. Значит, ребят, значит, много не буду говорить, тем более, что речь идет и о жизни многих людей. А я не хочу допустить, чтобы кто-то пострадал, рискнул своей жизнью из-за того, что усатый там сообщит какие-то дополнительные детали сегодня вечером. Давай, плохиш, готовьте Интерпол. Завтра выступите. Одну повестку, две наверняка уже отправили. Меня, правда, мало ли нет. Значит, подавайте в розыск, в Интерпол. Ну и потом. Плохиши, выдержите штаны. Ну, будет примерно так, понимаете. Держать будут друг у друга. Вот, поэтому такая ситуация. 23 числа, хочу напомнить, в концертном воскресенье ближайшего, в концертном зале гостиницы «Космос» метро ВДНХ, значит, пройдет встреча моя с гражданами Молдовы, значит, встреча на тему «Молдову нужно спасать». Приходите, с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Брау, куда от своему смездин суфлет, тот активишки, пентру мунка и норм, коро фаща зидези, а кумаштил, кято керакону диму сотерна тантлнеря, хинчешку Дмитру Чебашенко, а вазут фарти мулти моти поистиви, привез кантлнер лентуати варашли, мунчешку его фарти молт, дар кредец мак мунка настр осифии. Осамунчим задар, дак чинева, носа лупти, ку режиму плохотню. Йом спус лауну динчели моя маре протест. Дата дидол за шпатру я маре пятца маре донер националь. Дак и требуй, им вой консакраши вяца, дар вой деструджи, аджес подлогарь криминал им пуцит ку нумили плохотнюк. Потому что это конченая мразь, которая за счет своих вонючих прокуроров, ментов, держит в страхе страну, обманывает людей с утра до ночи на своих телеканалах, за счет своих вонючих этих аналитиков, блогеров, значит, просто начинает делать людей сумасшедшими. Все блогеры, все эти вонючки Плохотнюка будут сидеть вместе с ним. Будут сидеть вместе с ним, потому что они были соучастниками в геноциде против собственного народа. Поэтому, значит, если, да, есть сегодня задача, где Плохотнюка нужно сохранять, нужно его арестовывать, причем привозить в багажник, это не важно, как мы его найдем, но важно, что сотни миллионов долларов, украденного у молдавского народа, вместе со своим канду, шманду и так далее, значит, нужно будет вернуть. Они крышевали Горбунцова, когда он миллионы долларов в сутки отмывал через Универсалбанк. Значит, он им платил за крышу. Они там сидели, целовались десна. Значит, потом у них началась какая-то война. А сейчас, видите ли, они уже взялись с Горбунцовым в обед. Понимаете? Правда, обниматься им сложно. Горбунцов ляжет на Плохотнюка, и не с кого нам будут спрашивать сотни миллионов украденных у молдавского народа. Поэтому, ребят, еще раз вам спасибо, делайте перепосты, послушайте, подаст в Интерпол, отправит Плохотнюк очередного киллера за мной, пойдет на какой-то беспредел, значит, я буду знать одно, что я сделал все для того, чтобы уничтожить этот бандитский преступный режим, который, прикрываясь европейскими ценностями, европейской интеграцией, которого покрывает эта шайка из Госдепа,
Потому что Госдепу нужны такие мрази, как Плохотнюк, понимаете? У них сотни миллионов долларов. Виктория Нула только сделает раз, Плохотнюк уже придет там ей там погладить подбородок и так далее, понимаете? Вот это то, чем занимается. Значит, все эти походы ходят в офис, ахают, охают. Некоторые иностранные, некоторые послы ахают, охают, да, мы подтверждаем, да, плохо, Молдова. Is a captured country. We are very sorry about this, about the people. We spend a lot of money for reforms. Но как поддерживать плохиша и банду ублюдков? Они уже не very sorry. Потому что с такими подонками и мразями они работают во всем мире. Да, потом они его ликвидируют. Ликвидируют как собаку, понимаете? И Плохотнюк сгниет в какой-нибудь вонючей вьетнамской тюрьме, например, понимаете? Но нам нужны деньги. И мне понравилось, я сегодня прям сделал пост, нашел роликов в Одноклассниках, кто-то нашел там цитаты мои какие-то жаркие, там выступления Александра Григорьевича Лукашенко, которого я люблю и уважаю, да, как человека, который, он господарь, понимаете. Я и с мамой сегодня говорил, говорю, мам, проси меня, пожалуйста, вот были ситуации, где я ругаюсь, я понимаю, что ты за меня переживаешь, не спишь ночами, так я говорю, мам, но с этими, мама, животными по-другому нельзя, к сожалению. Ты меня воспитала нормальным сыном, дала мне дорогу в жизнь. Благодаря родителям с детства, говорю, на английском языке дома. Получил высшее образование. Родители дали мне теплоту, любовь, заботу. Не для того, чтобы я кого-то закатывал в асфальт. Но когда Плохотнюк, его щупальца по всей стране дошли до того, что нас не считают людьми, понимаете? Когда какие-то вонючие руснаки, как этот ублюдок на видео, мусорная компания, сейчас он пишет Шеремету на БТВ, собирайте вещи, мы там решили вопрос, со среды вас начинаем кончать. Хотел сообщить еще одну. Значит, их план, помимо моего розыска, у нас сейчас заключается в том, значит, они хотят уничтожить Игоря Шеремета, вице-мэра Бельск, потому что, как они решили, подав меня в розыск, значит, усатого нет, нужно кончить срочно после этого Шеремета для того, чтобы не было кандидата для мэра Бельца. Ну вы понимаете, ну как с этими тварями, сосками можно по-другому разговаривать, понимаете? Когда его вонючие эти коммерсанты, ублюдки и мошенники, такие же, как Горбунцов, значит, крали десятки миллионов лей из городского бюджета, значит, сегодня какие-то уроды звонят вице-мэру, пишут сообщение, там, вам скоро конец и так далее, вы собираете вещи, уезжайте. Когда эта мразь Маху, руководитель Бельской госканцелярии, там, вот БТВ, не там стоит вышка. БТВ оплачивали денег из муниципального бюджета. Сегодня на это не тратят ни копейки денег. Застроил все парки Бельц ресторанами, кафе. Все остановки общественного транспорта в Бельце превращили в курятники, потому что они, видите ли, строили торговый центр. Когда ты, Маху, взял, продал участок, клумбу, недалеко, рядом с гостиницей «Октябрь», своему другу, и сегодня ты о чем-то открываешь рот, он проводит расследование, видите ли, по чайникам Усатого, что вот Усатый поставлял в РЖД, отмыл деньги на чайниках бытовой техники. Хочу этому больному, больному Маху объяснить, что я понимаю, что это, что Маху это сегодня, ну, сидит жаба в озере Плохотнюка, и которая пытается любыми путями там сохраниться в Бельцах, но для таких дебилов, как он и прочие, которые пишут, как в газете «Тимпул» была у нас тоже расследование, якобы не Плохотнюковское, на тему трудовой деятельности. Хочу сказать, что с момента, как этот бизнес, на секундочку, связанный с бытовой техникой, был централизован, потому что это было на самозакупе, на всех дорогах, значит, в разы сэкономились расходы. Именно вот из этой оптимизации, когда не каждый начальник дороги покупал эту бытовую технику, а когда это делалось централизованно на всю страну. И качество техники стало лучше. И сэкономились сотни миллионов рублей для таких дебилов, как Маху, объясняю. То, что это был очень трудный бизнес, почему мы от него отказались,
Потому что вы понимаете, что такое на 17 дорог, ладно, там Москва, Брянск, Нижний Новгород, там дороги, которые поближе. Но когда ты начинаешь поставлять в Сибирь чайники, утюги, холодильники, там, компьютеры и так далее, то есть на всю страну, вы понимаете, с точки зрения логистики это было очень сложно, понимаете? Поэтому и перестали этим заниматься. Значит, компания в Нижнем Новгороде, которая чистая компания, которая была признана лучшим налогоплательщиком в районе, значит, они пытаются писать, что это там компания какая-то, которая что-то отмывала. Пусть Маху не путает их блядские бизнесы с плохотнюком, с отмываниями и так далее, с тем, чем я занимался. Ребят, они делают все для того, чтобы меня уничтожить, потому что они понимают, что я их всех кончу. И я буду лесником, который вычистит из леса всю эту мразь и нечисть, понимаете? Если надо, в том числе при помощи серной кислоты. А вы потом живите, растите детей, руководите страной. Я ни на что не претендую. Я претендую сегодня на то, чтобы освободить Молдову. И это будет то, что я должен сделать как гражданин нашей страны, как человек, который имеет долги перед своими корнями, которые находятся в Республике Молдова. Огромное спасибо. Делайте перепост. Обязательно переговорим. Желаю вам хорошего вечера. До завтра. Спасибо вам большое. Люблю вас. Пока.